Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, я начинаю новый влог, вообще не собиралась начинать влог и думала по плану там делать для вас видео, но сегодня у Дэни шатается зуб, и у нас в гостях свекровь моя. Надежда Ивановна. Та-дам! Надежда Ивановна сразу такая, оп, лежу красиво, ровненько. Да, не надо было. А мы Деньку. Дэнь, покажи зуб. Дэнь, покажи им язык, а не зуб. Вот так шатается, смотрите. Я в шоке. Мне говорили, что зубы шатаются в 7, а у нас уже только 5, а зуб шатается, да? Все нормально, в такое время и должен зуб попадать каждый день. У нас все нормально. Да, Надежда Ивановна рассказывает, что и у папы, и у его тоже рано вылезли зубки, да, уже в 6 месяцев был зубастый, да? 4 зуба было в 6 месяцев. И рано выпадать начали. И начали рано выпадать. Так что у нас все в популю, все по фэншую. Да. Так что ждем, когда выпадет зуб. Фух, крошки. Я так устала, на самом деле, я просто выполняла план X, задание X, 2 дня просто, и вот сегодня наконец-таки я его выполнила, все, я молодец. И сегодня Денька что-то немножечко у нас хворает, и животик у него что-то болит, и зуб вот это шатается, и что-то то-сё. Мы сегодня в садик, кстати, не пошли, потому что мы вчера поздноватенько легли, ну и сегодня как бы такой последний день, да, рабочий. И, короче, он так сладенько спал, я думаю, ладно, посмотрела на свои планы, думаю, мы и так все это вместе можем сделать. Вот. А в итоге что-то во второй половине он что-то начал себя так плохо чувствовать, капризничать, то все. Вот. И бабуля к нам пришла, посидела с ним, пока бы я вот эти вот дела все свои доделала. Так что все, я сегодня доделала все. Мы сегодня хотели с ней краситься вообще, вот. Но она заведомо не готова была сегодня прям краситься. Вот. Поэтому мы это переносим на завтра. Ну, как бы, если все будет хорошо, короче, завтра буду красить. Вот. И моя краска еще не пришла, которую я заказала. Лонда. И она мне говорит, что аж в понедельник только краска будет. Думаю, ну ладно, в выходные я что-нибудь другое поснимаю. Может, затыщу какую-нибудь тему. Корни просто отросли, уже пора краситься. Хочется перед Новым годом быть красивым. Дэнь. Все, в общем, я сейчас переодеваюсь и буду отдыхать. Вообще ничего не хочу делать, я устала. Всем доброе утро, мои хорошие. Мы проснулись. Ой, Денечка у меня чуть-чуть простыл. Вот, кашляет. Насморк нет-нет, там носик забивается. В целом дышит, но носик забивается. Иногда я ему снупом пробиваю его. И температура. Вот что самое неприятное. У нас температура, да. И, ну, я не сбиваю. Вот я ночью ему последний раз сбила. Сейчас у него 38-38,1. Пока до 38,5 не поднимется, я не сбиваю температуру. Тем более, если он прям не капризничает. Вот. Мы проснулись. Я уже сделала себе кофе, попила кофе, помонтировала видео. Сейчас уже 1:30. Денечка уже поспал. То есть он, когда себя плохо чувствует, он говорит, пойдем спать. Вот, он поспал. И все, короче говоря, проснулся только что. Я сейчас буду делать себе вторую кружку кофе. И как я буду делать, вот у меня еще чуть-чуть этого осталось, но я вам покажу. Я вот добавляю молоко. Кто не помнит, что это такое? Сахар. Я добавляю молоко обычное, 2,5%, вот так. И я взяла в точке вкуса, я вам показывала, уже вот такое кедровое молоко. Мне оно очень нравится, но его прям надо добавлять чуть-чуть. Он делает свое дело, аромат. То есть мне вот это вот на 4 раза хватило. Может даже еще и на 5 хватить. И вот так вот наливаем мы сюда, ну, взболтать чуть-чуть. И получается такой вкусно-кедровый вкус. И лучше больше ничего сюда не добавлять. И кофе классический прям делать, потому что я утром добавила кофе с лесным орехом, оно как будто перебило немножко, знаете, кедровое и орех лесной, что-то там все подряд. Вот лучше ничего не добавлять, классический кофе. И завтракаю я вот своим любимым салатиком вот этим набрала много. Думаю, как встать, чтобы свет нормально падал, чтобы синяков не было. Деньки продолжает шататься зуб, он кушает все на одну сторону. Вот, но у него внизу вот здесь шатается, да, и
нормально так шатаются, что, в принципе, можно расшатать. Я ему говорю, шатай, вот я вот так вот в детстве шатала. Кстати, я делала так, я их шатала периодически, шатала языком, там, да, вот шатала, ну, чтобы быстрее выпал, потому что он напрягает, есть неудобно, да, там еще что-то. А потом, когда он совсем уже так еле-еле держался, я его старалась крутить. И он прям так легко выкручивался, что даже я помню, что ни боли, ничего не было. А вот это, знаете, веревкой там дергать, нитками, мне кажется, это так страшно. Ну вот даже вот какие-то такие штуки. Я никогда вот не соглашалась на это. Я все вот так шатала-шатала, когда сильно расшатался, я его начинала просто чуть-чуть стараться крутить, вертеть. Он в какой-то момент просто такой раз и все. Вот, поэтому сейчас я ему тоже говорю, шатай вот так вот, бери пальчиком, просто шатай чуть-чуть, шатай. Он так расшатается, говорю, упадет. Вот. А так как он смотрит у меня еще этих, ну, знаете, снимают типа по типу американских, смотрит там одну семью. И там мальчик, у которого зубы, ним уже давно он смотрит. Зуб, мама, у меня выпал зуб. И вот они там начинают. Типа, кинь его за печку. Девочка говорит, какая печка? Сейчас печка не в тренде, в тренде феи. Пойди положи под подушку, она положит тебе подарок. Мальчик говорит, какой подарок? Деньги, деньги. Я видел на ютубе, деньги кладут. Ну и вот, короче, там с деньгами. Ну, деньги пока, я думаю, особо не нужны. Я ему положу подарок, он будет рад. Точнее, фея положит подарок. Ну что, мои хорошие, вечерочек. Как видите, у меня изменился цвет волос. Наверное, вы видите. Не знаю, я везде прям вижу. Это предыдущее видео с тонировочкой. Очень мне понравилось. Волосы шелк. Без особых усилий, еще и оттенок появился. А если еще на следующий раз покрасить, мне кажется, еще насыщеннее будет. И оттенков там море. Так что, кто не смотрел видео предыдущее, где я красила волосы оттеночной маской, прикольной, обязательно посмотрите, особенно блондинки. Так все нормально, ровненько у нас сняла видео сегодня для вас, будет на втором канале новое. Денечка нормально все сегодня спокойно ведет, не прыгает, не скачет. Вон, я смотрю, носик уже заложила. Вот один раз ему только от температуры давала сегодня лекарства. Вот так у нас все спокойненько, гармонично, мы дома. Потихоньку готовимся к Новому году. Сейчас уже пойду его укладывать. Вот. А мне еще нужно будет доснимать видео. Так что такой день у нас сегодня, воскресенье. Быстрый. Всем доброе утро. Кто-то уже прыгает и строит тут дома, да? Кто-то хорошо себя чувствует. Такая, смотрю на свои фонарики, думаю, что это они у меня не горят. А я включила режим, у меня и на елочке такое же мелкое вот это вот мигание. Оно как бы тухнет и мигает, не всегда горит. И сзади я решила то же самое сделать. Привыкаю к новым вибрациям огоньков. А то они все время у меня горят и все. Что хочу сказать? Сегодня мы только проснулись. Мы проснулись 11:30. Я офигела, когда посмотрела на время. Я легла очень поздно, я легла в 3 часа, потому что я смотрела фильм, монтировала ролик в Инстаграм. Там мне очень нравятся такие короткие ролики для рилсов, какие-то такие, знаете, под музыку прикольную. Короче, попробовала сделать. Мне понравилось, и смотрю, вам зашло. Больше 10 000 просмотров в рилсе и растет еще. Вот, поэтому надо что-то еще придумать интересненькое. Мне нравится такие видосики снимать. Вот, что еще хотела сказать. А, Денечка уже лучше себя чувствует. Ну, ночью у него была температура. Точнее, не ночью. А, да, ночью он проснулся прям. Да-да-да-да-да. Я ему дала перед сном, получается, у него была температура под 40. Я ему дала, все, он уснул. Это прям перед сном, в 10 часов где-то было вечера. Он уснул, все хорошо. И под утро он проснулся в 6 утра где-то. Но получается, уже время прошло много, и он прям проснулся с температурой. Я ему померила, было 38,2. Я сначала не давала, а получается, я не сплю. То есть я до 38,5 не даю ему, да? А потом думаю, блин, ну вот я не сплю сейчас, я такая полусплю, а он как бы вертится. Думаю, дам я ему уже это лекарство, чтобы он спокойно как бы уснул. Потому что тупо сидеть и ждать, пока у него поднимется температура до 38,5 на 3 градуса, да. Тем более у нас градусник такой, который, знаете, пикает, вот. А к нему еще смело можно прибавлять там. Вот, в общем, дала ему лекарство, и он уснул через 2 минутки. А, ну носик еще попшикала. И все, он уснул и прекрасно проснулся, все хорошо, сейчас температуры нет, активно, ведет активный образ утра. Вот, я села за монтаж, написала себе список того, что я должна сделать сегодня, вот, и, в общем-то, пью кофе,
И всем доброе утро. Сегодня мы будем для Деньки готовить экспресс макарошки, обработанные паром. Вот. А, блин, их же надо не варить. Ё-моё. Обработанные паром. 3 минуты и готово. В микроволновке. Сейчас проверим. Состав, кстати, здесь мука из твердой пшеницы для макаронных изделий высшего сорта и вода питьевая. Все, состав хороший. Группа А, высший сорт по ГОСТу. Так, теперь применение. Изделие засыпать в подсоленную кипящую воду и варить при умеренном кипении до готовности, периодически перемешивая. Затем слить воду, подождите. А микроволновка тут при чем? А, вот еще способ приготовления. Добавить воду, соль. Готовить в микроволновой печи на максимальной мощности 3-4 минуты. Слить оставшуюся воду. Короче, либо так варить их 3 минутки, либо в микроволновой печи. Но я выбираю тогда так варить 3 минуты. А я себе сделала кофе еще с бананом. Сейчас Дэнни сделаю макароны с сыром. Еще заказала ему блинчики. Сделала заказ в Ашане. Давно не делала, но еще не скоро они придут, аж только с 6 до этого. Еще у них платная доставка, 300 рублей. Блин, уже и самокат придумали, и надо посмотреть, сколько в ленте. Но я давно через Сбермаркет ничего не заказывала, поэтому я только из-за молока сделала этот заказ. Думаю, ну ладно, докину туда все, что нужно. Покажу вам здесь, когда придет вечером доставочка, покажу, что я заказала. Там еще сладюшку прикольную заказала, вот. И еще одну рубрику хочу внести, попробовать. Не знаю, она мне так тугонько немножко идет. Я просто не представляю, как это. Но я хочу сделать эту рубрику. Она будет на главном канале. Вот. И для нее я тоже уже там кое-что взяла. Ну ладно. Не знаю, буду показывать. Нет, я просто не хочу красть ваши впечатления раньше времени. Я люблю делать сюрпризы, поэтому такое дело. Много рубрик уже я тут наэтовала, но уже какие-то возобновятся до Нового года, то есть уже будет окрашивание волос и всякие эксперименты, это точно будет здесь на канале у нас все, вот, потому что волосы я люблю что-то с ними экспериментировать. И вот скоро возобновится рубрика, я о ней тоже скажу, она была у меня раньше на канале, но я ее снова... Сделай потише, солнышко! И вот скоро еще возобновится одна рубрика, она была раньше на моем канале и нравилась вам, просто сейчас я ее решила, что она будет на главном, ей здесь место, потому что я посмотрела так по аналитике своего канала, что нужно ее возобновить. Вот, и еще одна рубрика, вот которая сюрприз. Ай. Ну что, я чуть-чуть подсолила воду. Очень легкие макарошки наши, высыпаем. Много не буду делать, раз они по 3 минутки готовятся, можно и готовить их свеженькими. Помешаем. И 3 минутки. Водичка сразу кипит уже. Самое интересное, хватит им реально 3 минуты или нет. Ну что, прошло ровно 3 минуты, прям вот любопытно. Но они цвет поменяли и увеличились даже. Сейчас я одну попробую возьму. Реально? Я слила воду, смотрите. Готовые. Сейчас маслица и сырок сделаю. Ну все, вот такая вкуснотишка получилась. Сейчас Денька будет все это дело кушать. Сверху так сыр. Чтобы он не скомкался, я его так, поэтому сверху чуть-чуть. Пусть остынут чуть-чуть макароны. Ой, я сама б залопала это все. Подуй. Подуй горячее. Сейчас, пока у меня выводится фильм, я посмотрела, у меня иногда в рекомендациях что-то из моих старых видео выпадает. И выпало открытие шоурума, думаю, ну, моего, я думаю, дай посмотрю, как это там вот у меня начиналось, эмоции и так далее. Блин, так прикольно, так ржачно все это. Девочки мои рядом со мной были на открытии, поддержали меня вообще. Все до сих пор со мной, мои кошечки. Люблю моих девочек. Вот, короче... Прикольное видео. Хотите, я вам прикреплю вот здесь где-то или ссылочку под видео оставлю. Тоже посмотрите. Так, пока я тут снимала все такое, вот мое любимое молоко. То, что я в Ашане заказала. Обычное молоко. Это, ну, типа надо, чтобы было. Вот обычное, вот это заказала. 2,5%. Деньке заказала йогурты Фрутоняня. Вот такие разные, короче, детские йогурты. Вот творожок.
И еще на пробу, короче, типа вместо молочного ломтика, надо состав еще почитать. Тоже очень похоже на молочный ломтик, только там еще с какой-то прослойкой. Может, здесь состав получше. Это говорят, в молочных ломтиков состав не очень. Короче, надо посмотреть. Хотя, мне кажется, все примерно одинаковое. Ну, короче, иногда можно. Найду, если хороший ломтик, замену. Может, кто знает. Буду покупать ему хорошие ломтики. Вкусняшка. Вот, бантик тут как тут. Вкусняшку вот такую взяла. Интересно попробовать. Соленая карамель, брауни. Сдобная особа. Ну, заценим. Новинка какая-то. Это из заморозки. Взяла с пылу, с жару вот такие оладушки. Ой, как они мне нравятся. Домашние, обалденные. Сейчас я в морозилку беру сразу. Вот такие блинчики взяла. Без начинки. Французские. Я уже их, по-моему, заказывала. Смотрите, какие там они классные. Я их уже заказывала. Смотрите, какие они там красивые. Это для Дэнки на завтрак. Я еще заказала вот такую штуку. Я ее еще не пробовала. Фондю Эмменталь. Швейцарское блюдо с сыром. Тоже будем готовить с вами и пробовать вместе. Смотрите, как красиво он выглядит. Сейчас я его порежу. Посмотрим, соответствует картинке. Та-дам! Ну, так. Здесь более сочно. Вкус давайте заценим. Что? Кушай. Суховат. И не везде прям толстым слоем карамели. В целом, среднячок. Доброе утро, мои хорошие. Утро. Сделай потише, солнышко, пожалуйста. Сейчас я поздороваюсь с девочками на восьмерочку. Доброе утро, пьем кофе, просыпаемся. Сегодня радостная новость. А у Деньки нет температуры. У него вчера, когда я ему последний раз дала? Я говорила вам, да? Я вам говорила, что вчера я ему последний раз дала от температуры. Короче, не помню когда. Ну и все. Ночью все хорошо. И утром все хорошо, температуры нет. Ну, получается, 2-3 дня получается прошло, все потемпературил. И идем на поправочку. Нос уже не так закладывает, промываем просто. Но сегодня понедельник, мы сегодня в школу не... В школу, по Фрейду оговорочка. Мы сегодня в садик не пошли. И вообще, честно, мне нравится, как проходят наши последние дни. Мы встаем поздно, 10:30. Я там с вечера уже все там видосики какие-то сделала, снимаю, Денька мне совершенно не мешает. Ну, конечно, от того, что он такой болеет, он немножко поспокойнее. Вообще он у меня такой шебутной парнишка, все время бегает, все время вертится. Вот. А пока болеет, он немножко спокойный, поэтому, видимо, это... Спокойно дома. Сейчас не знаю, подвыздоровел. Вчера уже прыгал сигал, но все равно я вчера видео сняла, он мне помог, он понимает. Я говорю, зайчик, громкость убираем, сидим спокойненько. Мама быстро снимет и освободится. Все, он садится, играет, мне не мешает. Как-то я быстро сняла видео. Вот, сегодня должна ко мне прийти свекровь, краситься. Мы уже оттягиваем, оттягиваем этот момент. То Денька болеет, то самочувствие... Не то, то еще что-то. И, в общем, сегодня она должна уже, в конце концов, прийти. Так, в моем институте мне пришли уведомления, что открылись новые уроки. Нужно их пройти. Вот. В общем, я счастлива, я рада. И все. А, в Инстаграме еще сделала пост, чтобы вы задавали свои вопросы. Будет крайнее видео в этом году «Вопрос-ответ». Уже остается совсем немного времени, вы представляете? Все, сегодня 20 число. Остается... Сколько у нас? 31 день в этом месяце? Это я даже не в курсе. 31. Я в шоке. Здесь 11 дней до Нового года, вы понимаете? У меня все измеряется же в видосах. То есть у меня планов создать вам видео больше, чем 11. Их надо как-то распределить. Ой, короче говоря, все очень интересно, классно складывается, и настроение мое хорошее. Да, видео вопрос-ответ сделала. Если... Так, я еще сегодня это видео, наверное, снимать не буду. Так, краска должна сегодня моя прийти. Блин, кучу всего, я не знаю. А я, наверное, ее не смогу взять. А может, смогу взять? Если я свекровь покрашу, она посидит с Денькой, то я сбегаю за краской. А у меня здесь на районе краска моя. Если они ее привезли, они должны мне позвонить. Ладно, будем делать все по наитию. В общем, все будет.
Та-дам! Хорошие новости. Сейчас мне позвонили и сказали, что моя красочка приехала. Извинились за задержку, сделали мне скидку. У них и так краска, кстати, хорошо стоит. Ну, недорого, дешевле, чем где-либо, когда я брала. Они мне еще и скидочку сделали. И 12% оксидов, кстати, где я была в магазинах, вообще нет. Их везде надо заказывать, как-то их в больших бутылях нету. А если есть, то там какие-то космические деньги. Ну, вообще 12%. Вот 9, 6, 3. То есть на 12, я так поняла, они часто красятся. Короче, буду экспериментировать. Надеюсь, я с волосами на Новый год останусь. Вот. Ну, очень любопытно, очень любопытно. Посмотрим вместе. Мамочка завтра должна ко мне приехать. Я этот влог сегодня закончу. Мы еще что-нибудь с вами поделаем. Мне так... О, бардак, дыня! Смотри! Что это? Что-то ты нарисовал. У меня такой бардак, Дэня всю эту бумажную вот эту вот волокиту раскидал просто по всей квартире. Он взял целый рулон туалетной бумаги, вот это вал на вот это вот и просто по всей квартире. Я думала только здесь, а сейчас гляжу и везде. Что за иероглифы это у тебя тут такие? Короче, мама мне еще выбраться поможет, я чувствую, перед Новым годом. Вы видите? Это какой-то кошмар, это какой-то ужас. Да что вообще? Я даже не заметила, девочки. Дэня, вилка на полу. Это что такое? А вот это что такое? Это... А где? Здесь же моющее средство. Где оно все? Доброй ночи, мои хорошие. Но я сегодня целый день опять работала. Сегодня целый день дома. Денечка прыгал, сигал сегодня целый день. Активности много, температуры не было у него ни ночью, ни насморка, ни температуры, просто все резко ушло, и он прекрасно себя чувствовал, поэтому мы планируем завтра пойти в садик уже. Вот, я искупалась, с мамой договорилась, она завтра придет меня красить. Возможно, мы еще с ней снимем сразу на второй канал Фикспресс, еду будем с ней пробовать, наверное. Да, вот так я, наверное, покрасим меня. Или сначала фикс-прайс еду попробуем, а потом покрасим. Надо подумать, как лучше сделать. Вот, и что? Завтра вот такой у меня целый день насыщенный. А еще завтра мы договорились с девочкой с одной, с которой я учусь, кстати, в институте на курсе коуча. Она тоже учится на коуча, и еще она очень круто разбирается в чакрах. То есть она может диагностировать по чакрам какие-то проблемные вещи, вот, и, в общем-то, показать, что не так, куда нужно обратить внимание. Мне стало это очень интересно, потому что у нее много клиентов и очень хорошие отзывы. И я такая думаю, сделай мне диагностику. И мы с ней договорились на завтра, она онлайн это делает. Мы с ней договорились, если все сложится, все условия, то она меня продиагностирует. Мне прям реально интересно, что по чакрам именно найдется, куда мне бы надо обратить внимание. Хотя в целом я себя чувствую хорошо, вот. Но диагностика – дело такое. Есть возможность, будем диагностироваться. Денечка сейчас спит, время сейчас начало первого. Я знаете, что хочу? Жареные картошки или жареных пельменей. Я не знаю, что я хочу вперед. Но я пельмени сегодня ела вареные. Сейчас мне прям хочется чего-нибудь жареного. У меня чипсы, конечно, есть, но чипсы не то. Прям как жареные картошки, еще бы с сосиской. Вот, знаете, по-вредному прям пройтись. И соленый помидор. Вообще кайф. О, все. Как это вкусно. Это моя любимая еда из детства. Вот, и я не знаю, что делать. Я вот сейчас прям такая голодная, и время уже такое, что ничего не закажешь, потому что уже поздно. Даже если роллы заказывают, извините меня, полтора часа, там час, их надо ждать, поэтому что-то хочется по-бырому. И может, я думаю, картошки пожарить. Надо вообще посмотреть, есть у меня картошка или нет. Должна быть. Я бы сейчас пожарила. Надо глядь. В общем, девочки, я не удержалась, не стала жарить картошку, это долго сейчас. Я взяла, разогрела и киевские куриные оладьи, котлетки, они очень вкусные. В тосте сделала хлебушек, добавила туда соус для бургеров, чуть-чуть остренького, и этот, короче, это у меня эти, капуста, поняли, соленая. В общем, два вот таких огромных бутера я сейчас съем с голодухи. И пока буду ездить, буду смотреть какой-нибудь сериальчик. Бабушка, ты что, не знаешь, что это? Не знаю.
знаю. Смотри, мы какую там дорогу уже выстроили. Нифига себе. Со всякими мостиками закруглёнышами. Молодцы. Да. Это все Денька сам построил? Ну, сам вообще, я ему там где-то... Мама Чули покидает родные края. Да. Наши родные в свои родные. Мне нравится вот это, знаешь, оно... И вот так вот раз, сдуешь, а он как-то так со временем раз. Да кайфуй, что от своей суперкуртки. Значит, прикольная вообще, фишка. Дэнь, потише сделай. Домой. Спасибо, мамуль, за все. Да. Сняли два видео, все будет супер. Все, девочки, я сегодня устала. Снять два видео с Дэней, с мамой, с двумя котами. Это вам не хухры-мухры. Я устала. И я решила себя сегодня наградить таки. Потому что на самом деле это очень хорошая привычка. Награждать себя, когда ты хорошо поработал, сделал дело, которое нужно, и не лежал сложа ручки, не опускал руки, да, не находил отмазки для того, чтобы что-то не делать. А сделал, блин, чего бы тебе это не стоило. На самом деле, видео второе, которое было, это уже трэш было. И я устала, и мама устала. Вот. Но в итоге оно получилось очень веселое, смешное. Мы поржали. Вот. Поэтому я сейчас заказала себе роллы вкусные. Та-дам! Вот тебе, Селеночка, награда. Вот тебе награда. Открывай скорее, кушай. Короче, девчоночки, я реально очень устала сегодня, поэтому я... поела, и сейчас еще смотрела видео одно, которое мне нужно было просмотреть, и я не пойму, у меня что-то с интернетом или что, и просто оно, знаете, два слова сказала, остановилась, и, короче, 20 минут так смотрела, это просто ужас какой-то, у меня уже нерв там на просто там с ума сойду сейчас, короче, в конце концов я это закончила дело, поела, попила, иду Деньку укладывать спать. Вот, и завтра планирую его в садик отправить все-таки. Ну что, мои хорошие, время начала второго. Я в последнее время ложусь очень поздно спать, потому что наслаждаюсь просто этим временем с самой собой. Вот когда я укладываю Дэню спать, я вот прям сама с собой, вот что хочу, то и делаю. Вот даже хочу, помонтировала, спокойно. Вот все, что я делаю, все в кайф, потому что никто не отвлекает. И тебе не нужно там бежать, смотреть и вот как-то концентрироваться где-то еще, помимо себя и каких-то своих дел. Поэтому ложусь спать, потому что я стараюсь растянуть это время. Вот, как-то так. Тем более сейчас Денечка дома, да, мы сегодня проспали, и что-то я смотрю, он сейчас под вечер кашляет, и что-то я такая думаю, блин, пусть еще дома лучше, наверное, побудет. Хотя у меня есть дела, которые я приглашу одну из бабушек. Сегодня мама была у меня в гостях, наверное... позвоню, если не будет работать свекровь, попрошу ее посидеть послезавтра с ним. Мне там нужно сходить на одно мероприятие интересное, и у нас там такое взаимовыгодное сотрудничество должно случиться, поэтому мне очень хочется туда попасть. Вот, и что хотела сказать, да, время начала второго, я сейчас смонтировала видео, поставила на вывод, сходила в ванну, и я уже буду заканчивать этот влог. Хотела рассказать вам, что сегодня у меня было. Сегодня я наконец-таки прошла консультацию эту у девочки, которая со мной вместе учится в институте на коуча. Вот. Девочка очень необычная, она обладает, я так могу сказать, какими-то способностями, да. Я думаю, что у нее эти способности и были, и она их еще развивала, и сейчас очень хорошо умеет читать, на мой взгляд, очень хорошо умеет читать человека по чакрам. Вот, это она сделала со мной сегодня, и я вам скажу, блин, ну просто в точку, просто в такие попадания, она меня вообще не знает, и такие четкие попадания прям сразу с первой чакры. Я такая думаю, блин, она что, меня знает? Вот иногда вот такое даже возникает, да? Но она очень такие тонкие моменты подмечала, что... И знаете, что вам даже скажу? Что
Даже если бы она следила за моим блогом от начала до конца, она не могла бы это знать, потому что это я нигде не говорила. И она просто с первой чакры выдает мне такое. И я в шоке. Ну и дальше больше. От того, что я себя очень хорошо знаю, я могу с уверенностью подтвердить все, что она говорила. Да, это реально все обо мне. И я все это дело осознаю, все, что она говорила. Это вообще очень хорошо для осознания, лишний раз себе напомнить. Над какими-то вещами я работаю, в каких-то вещах я осознанно принимаю решение быть такой, какая я есть, да, и, может быть, это делает какой-то дисбаланс во мне, но мне нужно время, и на сегодняшний день я должна быть такой. По-другому не могу, пока не хочу. Но имею в виду, что надо меняться для полного баланса, да. Вот. И мне очень понравилось, как она сделала диагностику мне по чакрам. Также она, ну, то есть, когда есть какие-то моменты, да, которые надо проработать, вот у меня по первой чакре есть там момент, который надо проработать, он вообще у всех, на самом деле, я думаю, у многих страдает. Ну, не у всех, но у многих. Вот. И вот хочу этот момент, ну, проработать. Я даже сегодня уже там разговаривала как-то. В общем, уже делала шаги навстречу этому, хотя во время того, когда мы с ней разговаривали, я прям в отказ такая шла, в отказ, что вот прям непринятие какое-то такое было. А после разговора с ней все равно как бы она не настаивала, очень такой человек, очень такой гибкий и прям чувствует, вот, нравится. Мне, я люблю людей, которые умеют чувствовать. Вот. Но после нее как-то у меня раз, и вот что-то лед тронулся. Даже начала предпринимать какие-то действия. Вот. Зовут ее Кристина. Она есть в Инстаграме. Если кому-то интересно, то можете написать мне в директ, я скину ее страничку. В общем, она что она делает? Она может продиагностировать вас по чакрам, посмотреть, какие где. Ну, то есть каждая чакра отвечает там за что-то свое, да, в вашем организме. Она может увидеть, в каком состоянии чакра, что не хватает, где какой-то есть перекос, дисбаланс, где стоит поработать. И в конце она дает советы, также составляет программы, консультации, как проработать те или иные чакры, чтобы было все, короче, в балансе. Вот. И мне было интересно вообще так посмотреть на себя, что у меня там внутри, где дисбалансы, где что, какие проблемки с точки зрения вот этого. И, честно, меня это приятно удивило и прям впечатлило. Вот. Поэтому, если кому-то интересно проанализировать себя, так, то напишите мне в директ, в Инстаграме. Знаете, мой Инстаграм всегда под видео, и я поделюсь контактом. Вот. Что касается... Что-то еще хотела сказать. Что еще сегодня было? А, я уже не знаю, что я сегодня наснимала, если честно, в этом блоге, но... А, да. В Белоруссию мы поедем в январе, уже в начале января. Как бы с документами. Я говорила, что я жду документа определенного, да, который, от которого я буду плясать. Все, документ получила. И дальше пляшу. Ну, можно было бы поехать сейчас в Белоруссию, да, там делать дела, попутешествовать, да, большой компанией. У меня тут еще компания нарисовывается. Все вместе поедем. В общем, такая. В общем, в Белоруссию поедем, да. То есть кто-то говорил, вот что-то сказала, и не едете никуда. Но поедем в январе, потому что сейчас, перед Новым годом, очень много у меня работы и мало времени. И мы решили отложить эту поездку на январь. Вот. Где-то, ну, ближе, вот как уже праздники эти все закончатся, и мы поедем, чтобы все работало. Вот. Ну, короче, впереди еще на канале будут много неожиданных сюрпризов и поворотов, поэтому я не буду раскрывать сейчас все краски. Но мы уже начинаем подготавливаться к поездке. Вот. Потому что до Нового года осталось буквально там чуть больше недели, да, ну и потом эти праздники, и, в принципе, такие дела. Что еще, все, я не знаю, короче, не знаю, завтра пойдет Дэня в садик или нет. Я работаю с утра до вечера, сейчас пока никуда не планирую ходить и ездить. А, ну, единственное, завтра мероприятие, да, возможно. Короче, завтра начну новый влог,
Да, и, короче, уже, надеюсь, будут какие-то события новые. Вот. Ну все, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. У меня все хорошо, будет еще лучше. Люблю вас, целую. Всех с наступающим, всем пока-пока.